Здорово, товарищи. Я пробую мод, который называется что-то там. Ускоряет графику. Больше FPS. Стало 40 FPS. Наконец. Да, мод работает. Мод называется... Сейчас в истории посмотрю. Давай мне историю. AZPC Tech. Тех. По-английски. В общем, вы загуглите что-то типа мода на ускорение на FPS. И что-то типа такого уже себе найдете. Классно работает, в общем. На 10 кадров выше FPS. Стал. Причем рейтрейсинг не уфнулся он также. Был, так и есть. Какие-то скрытые настройки графики, оптимизация. Ви, у тебя есть минутка? О, да, мои две конечно. лучшие девчонки. Только боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблема. У тебя проблемы, и ты звонишь мне? Я думала, ты вернулась к семье. Ну да, типа того. Но я думала, что... Это значит, что ты не приедешь? Я правильно понимаю? Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. А, только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди, это из-за Соло? Насквозь меня видишь. Угу. Блин, ну, у нее майка очень мужская и... Обувь. Я тоже такую одежду люблю. Мы с ней похожи. А с тобой нельзя поговорить? Ну, хорони девчонку. Хорони. Это ее выбор. Она, может, шизанутая была. Спятила, пока над ней издевались. Эти маньяки. Крыфилы. С мусорки. За мной едет полиция просто совсем случайно. Попался какой-то мужик под колесо. Своим животом, брюхом отвисшим. Все выдано вроде. Блин, как мы мучились без этого мода. Реально страдали. Все это время, вы, наверное. Я не знаю, как вы меня терпели. Но кто же знал, что такой мод классный есть? Как ЕЗ. Как он? Короче, разработчики киберпанка, они что-то... Что-то они намутили.
химичили. У Next Gen, что никого не тянет. А тут все не в этом дело. Вот он, Next Gen. Что, рейтрейсинг? Рейтрейсинг без всяких тензорных ядер. Вот это, по-моему, Next Gen. Есть. Блин, я с таким Урой, что ли, хочу встретиться. Тут, блин. А, мне как раз по пути. Угу, 33% быстрее стало. На 1/3. Да. Очень круто. Баланс, а баланс плюс что делает, интересно. Что было баланс плюс включить? Бесед. Допустим, мы соберемся и поедем. А что потом? Контракт разорван.
Нам тут больше делать нечего. Лагерь хотите свернуть только вы, потому что Сол не может вовремя остановиться. Он упрямый, как осел, а все его слушают, потому что он глава семьи? Сейчас высокий в пояс. Потому что Альдекальдо держится вместе? Твою мать! Ладно, хорошо. Мы остаемся. Нет, остальные... Ты, привет! Она что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты подругу позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага, поэтому я и попросил... Вообще не понимаю, что здесь происходит. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс! Какой шанс? Какая-то унылая у вас дискуссия. Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Засиделась я на месте. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думала, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальдо держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть к какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, это была твоя идея? Как ты догадалась? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Стоит ли ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Ви? А почему Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Мелитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить, как с биотехникой. Просто пиздец. Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего. К перевозкам. То есть контрабанде. Я так и сказал. Я думала, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. А сейчас мы что, пираты? Корсары? Да что с тобой? Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Эй, разве я сказала, что согласна? Угу, пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасно это затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будет. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Народу много.
снова пытались убедить Сол, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, солнце. Угу. Кратко, четко и по делу. Без всей этой мрачной херни, которую так любит Сол. Допустим, у Панам свои счеты с Солом. Вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Все как-то слишком хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха. Все, довольна? Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто. Поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. По телеру? Да иди ты. Ты точно не оставил ничего. Или тех ничего не заметил? Что происходит? Поехали. Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Вы знаете, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Тебе помочь? Конечно. Но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты. Если с плюсиком, например, сделать этот мод. Баланс плюс.
что будет. Будет лучше. Я, наверное, даже на него подпишусь. Не знаю. Очень удружил. Производительность повысил мне. Сол будет беситься, даже если все получится. Уже представляю его лицо. Попасть в башню. Что-то точка доступа не робит. Таня говорит, нет. Нету питания. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Свободу. Будто можешь начать 1000 путешествий одновременно. Наверное, это тоже. Надежда. Что это за свечки? Оно заглючило. Вил, нас куча дел. Не нарадуюсь. Игра мощнее. Не в том, что мощнее. Потому что минималка лучше. Более минималистый, как бы. Убрали эти параноидальные исчисления. Так, мы на месте. Которые не давали ничего. Кэрол! Что нам надо найти? Перфокарты! Что это? Прямоугольные карты с рядами материалов. Перфокарты — это такие морально устаревшие дискеты из бумаги. Само собой. Вот что это. Да и дискеты морально устаревшие. Вещь. Это как компакт-диск, значит, из бумаги с дырочками. Поняли? Старье. Да и компакт-диски уже устарели. Ничего. Уже объяснить сложно, что такое перфокарта. Мне кажется, она должна быть здесь. Ви, ищи внимательнее, окей? Какой-то древний пульт управления. Давай сперва найдем карты. Здесь нет? Хм.
Так, так, так. Кажется, нашла. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту. Что дальше? Вставьте ее в ридер. Ну чего там, Ви, вставляй уже карту. Фух, ну попробуем. Который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? О, ты опять мне не доверяешь. Мы же все это обсуждали. Ви, я знаю, что ты не подведешь. Но? Просто для меня еще никто столько не делал. Должен быть какой-то подвох. В смысле, никто, кроме семьи? Да, и нам обеим стоило бы подумать, что это значит. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Шашлыки. Конвой едет прямо к нам в руки. Шашлык. Просто выдохни и расслабься. У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Звезды появились. Значит, до заката всего пара часов. Ты так паникуешь, будто ты первая, кто вышел против Сола. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Сола объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол?
Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давай-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона. Ой, у них этот картер и трейсинг выскочил. Из-за этого. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцирь в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой или с бортовым эскином. Йодит хлещешь как воду, потому что снаружи счетчик Гейгера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. Ага. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Я попробую немного поспать. Давай, наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Разбуди меня, если что случится. Ну, или тоже ложись. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка будет. Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Фейспалм. Ну что, все готовы? Плохо дело. Поехали, Ви. Джонни глючит. Окружайте!
лестнице, Тедди. Блять, ну зашибись. Ты заела, что ли? Быстро, быстро! Перегрев. Потери? Стреляй! Все идет по плану. Все у нас по плану. Все забываю коренки усовершенствовать. Окей, там пламя какое-нибудь ставить красное, распыленное. Чуть-чуть. Ну или можно фиолетовые, потом золотые поставить. Черт, сработало! Само собой, я же еще тогда говорила. Как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тедди. Канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Надо пропустить поездку, не знаю, долго. Если хочешь, я с ней поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Кругом полный пиздец. Блять, по нам. Ну, понеслась. А как на нее улучшение? То есть я уже могу фиолетовые носить? Только денег не хватает. Эпик. 82 по 100 физический урон. 89 по 109. Курс атаки 2.45.
10 вероятность кровотечения, 15 вероятность кровотечения. А как делать клинок термический урон? Если я установлю, то с концами. Наверное. Мне второй такой нет. Что домик означает? Ассаляму алейкум. Тайник. Чем? Тесное сотрудничество с частными тюрьмами. Но под конец года оказалось, что дыра в бюджете полиции ничуть не умеет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.